Сегодня мы будем заниматься тем, чтобы укрепить отношения в семье, скорее в паре, у мужа и жены. Вот это кольцо будет обозначать у нас как раз отношения. То есть вот колечки нам на пальчик одевают, но это будет одно кольцо энергии, которое связывает мужа и жену. Но очень часто, на самом деле всегда есть прежние отношения, какие бы там они ни были, начиная с детского сада даже. И там может быть какое-то кольцо энергии, которое мешает. Мы здесь поставили по одному, но это будет самое, которое цепляет. То есть, если одно какое-то зацепило, какие-то отношения и не пускают, и не отрывается, то никакие другие не выстраиваются. Опять же, я говорю, может быть, это даже детсадовские, школьные отношения, может, предыдущий брак. И вот у нас это будет символизировать, допустим, кольцо отношений предыдущих у женщины и у этого мужчины. То есть у нас будет здесь именно семейный такой момент, чтобы партнеры в этих энергиях были вместе. Вот здесь вот я поставила такую скульптурку, чтобы это была вот прямо цельная система. Не так, чтобы кто-то распылялся еще на что-то своими даже мыслями или воспоминаниями. Бывает, что они именно настолько цепляют, что мешают этим отношениям. Именно мешают. Вот. Поэтому мы будем это гармонизировать. Вот мы возьмем здесь такой знак гармонии, гармонизации. Зажжем свечи. У нас так. Будем делать сливы и будем делать очищение. Здесь вот соль, все это у нас здесь будет работать. Сначала мы сделаем разрыв отношений предыдущих. То есть кольцо разрываем, все, каждый сам по себе, потому что ведь и та, и другая сторона страдает, на самом деле. Страдают все здесь, и бывшие в том числе. Так. Это мы разрезали. Таким образом поставили. Это тоже мы сейчас разрежем. Все, разрываем эту связь предыдущих отношений. Соответственно, настоящие отношения мы оставим в целости и сохранности. Оставим в целости и сохранности. Ну, мы делаем на это слив. Сделаем на это слив. Так, следующий у нас будет пункт. Будем сжигать. Теперь у нас здесь воск приготовлен определенным образом. С определенных ритуалов гармонизации, с определенных ритуалов чистки, также некоторые свечи. Я высмотрела, что свечи с предыдущих ритуалов достаточно сильно работают. И это меня очень порадовало, потому что каждый следующий ритуал может быть более сильным. Соль, огонь, воск, жидкость. Очищаем нынешние отношения от прежних связей. Мы как бы здесь влияем на энергетику в первую очередь. Мы никого здесь не уничтожаем. Мы желаем всем счастья.
Благодарим всех бывших за то, что они дали опыт, нам дали опыт, нашим партнерам дали опыт. Этот опыт мы будем использовать, но в самых лучших вариантах, в самых лучших вариантах. Благодарим и отпускаем, благодарим и отпускаем, благодарим и отпускаем. Спасибо, что вы были в нашей жизни, спасибо, что у нас было что-то общее, было много хорошего, спасибо за те уроки, которые можно было получить. И сейчас мы отпускаем, потому что сейчас эта связь мешает нам выстраивать новые отношения так хорошо, как хотелось бы. Благодарим и отпускаем. Мы берем свои 50% ответственности за то, что произошло в прошлых отношениях. А 50% отдаем тем партнерам. Тут каждому партнеру. Каждый возьмет свою долю ответственности за то, что произошло. За то, что было. И отпускаем. Очищаем сердца от этих связей, очищаем энергии от этих связей, разрываем кольцо, не дающее нам идти вперед, и создаем новое с новым партнером, когда мы можем выстраивать все очень хорошо и благополучно, гармонично, а старых благодарим и отпускаем, благодарим и отпускаем. Создаем новое кольцо, сильное новое кольцо. И вот мы уже здесь похоронили эту, все отгорело, и здесь тоже отгорело, как бы прежние отношения мы похоронили, а здесь у нас уже застыло новое кольцо. Сейчас мы его попробуем достать. Вот оно, новое кольцо. Сильное, усиленное кольцо. Очищенное. Замечательно. И мы его дальше отпустим к высшим силам. Прежде я еще хочу, вот здесь у нас такая свечка, бабочка, как бы несем радость, несем еще радость в эту жизнь, это счастье, этот полет, крылья бабочки. И я хотела достать карту, готовую карту,
посмотрим, все ли мы сделали, все ли хорошо. Вот, вот тут у нас каждый сам по себе свободен, как бы он здесь, эта карта говорит о том, что каждый человек сейчас делает выбор. Абстрагируемся здесь от того, что это девушки, это можно считать просто человек. Нет никаких помех для того, чтобы выстраивать что-то. И мы даем возможность выстроить. То есть мы разделили. Нет никого, кто завязан вот это вот кольцо, как здесь было, которое влияет. То есть прошлое ушло и готово выстраивать будущее. И еще одну карту достанем. И вот. Идем в новую жизнь. В новую жизнь. Вот еще раз сделаем. Видите? Пара идет с общими целями. И те, кто, может быть, эти энергии были бывшие, они отходят в темноту, в прошлое. А новая пара идет в свою жизнь. Дай бог. Теперь они вот тоже как бы в своем кольце жизни. У них жизни объединились. Именно это означает кольцо жизни, энергии объединились. Они друг для друга. Ну вот пусть у нас теперь вот это вот догорает. Я хочу здесь добавить вот с узлами. Закрепляем связь, закрепляем то, что мы это сделали. Новые отношения, они будут крепкими, чистыми и нечистыми. Так, замечательно. Вместе, вместе навсегда. Пусть это будет навсегда. Вместе радостно навсегда. Кольцо добавляем радость. Крепкий союз двух сердец. Крепкий союз двух сердец. Все, что влияло, остается в прошлом. Мы идем вперед в будущее. Духи огня, духи воздуха, духи земли, духи металла, духи дерева. Счастливая жизнь. Нарисуем здесь знаки
союза. Крепкий союз навсегда. И нарисуем сюда здоровье, богатство добавим. Крепкий союз навсегда. Навсегда победа.